заканчивает, выполняется повторный заход на посадку для зрителей, которые находятся справа. Летчик видит вас. Аплодисменты. Пожалуйста, все приходим к сцене. И вот тут поехали. Музыка выключается, включается оркестр. Поворот на вертикали. Бочки на нисходящей вертикали. Мы с вами уже опытные. Бочки, бочки с фиксацией, бочки на нисходящей вертикали. А это то, что вчера нам обещали номер. Посмотрите! Джимов! Валерий рисует петли и закручивает их в пилоту прекрасно видно, несмотря на то, что он четко считает, это чтобы лучше видеть вас, друзья мои. Поставить. И снова колокол, друзья. Мастер спорта России, 9-кратный чемпион России на своей потрясающей услышит ваши голоса, потому что это очень важно. Это всегда, знаете, настоящий артист, он настоящий артист. Конечно, приветствие публики ему очень важно. От этого проход со скольжением. Посмотрите, и вот так посмотрите, и вот так поаплодируйте, потому что это действительно потрясающе. И вот это красивым строем там спускается. На одинакового цвета куполах парашютисты. Они бесконечно гоняют, тренируют эти фигуры, чтобы...
чтобы вот так красиво на авиапразднике, на лёд, показать вам свое мастерство и знать, можно смело и красиво, да еще под Чайковского, друзья, ну когда мы еще такое увидим? Только здесь, только у нас. Ну не то чтобы самое красивое, но очень эффектно всегда выглядит роспуск этажерки, поэтому не отрывайте ваши взгляды от этой колонны, это будет очень красиво. По спиралям, один за другим, прошу действия будут расцепляться. Вот пошел один, второй, третий, аплодисментами встречаем Сашева. Они не скрепленные, они просто рядом. Пожалуйста, композиция «Как можно мы были». Напоминаю, что это самолет, созданный во время войны. Мастера спорта Советского Союза Александра Мякишева! Итак, равнение налево! Снимали! Над аэродромом Латище! Разыгрывали, а, от завода «Аняк». Сходите сразу, хороший вас, но только в
последнее время благодаря усилиям старания Липун занял то самое почетное место в истории города и области. Там приезжают, я знаю, что много. Фотокамеры в небо, солнце подсвечивает, крылья блестят, и в небе пилотажная. Вот сейчас вы наблюдаете минимальные интервалы дистанции. Это называется максимально плотный строй. Под фюзеляжем над головой треск запла, и летчики уверенно контролируют свое место в строю. И все это высший пилотаж. Мало уметь знать все фигуры, мало уметь это сделать просто красиво. Дорогого стоит сделать это в таком плотном строю, на глазах у тысячи зрителей. Вас, дорогие зрители, именно для вас в небе летчики работают с предельной концентрацией, на предельных режимах. И все это пилотажная группа. И это пилотажная группа «Русь». К нам приехал
наш Дуглас дорогой, да, прилетел, и вот будет сейчас обратно возвращаться сюда, можно будет подойти, посмотреть на него. Нашли мальчика, здесь по всему периметру, что у нас есть выставка раритетной техники, что можно посмотреть, потрогать, полазить, спросить, потому что возле каждого выставленного, например, вертолета стоят инструкторы, и можно задавать им вопросы. И вот обратите внимание, вот рядом со сценой, справа, зеленым цветом окрашенной, стоит наша гордость. Это вертолет Ми-1, восстановленный руками местных наших летчиков здесь, на аэродроме Мочище. Он обычно принимает участие в наших авиашоу, но в этот раз мы решили его поставить. Дедушка, ты в 1 километр... Таурус будет планировать на расстояние в 41 километр. Александр Михайлович Мосюков нас видит и слышит. Приветствуем, легендарные самолеты. Мы вспоминаем, мы отдаем дань почтения тому, что... Летчикам, которые...
возможность этого самолета.